Привет, ребята! Мы сейчас находимся на Китай-городе. У нас все здорово. А Андрон настолько уже наквасился, что не может свои щи вставить в этот видеоблог, поэтому снимает всех, кто находится вокруг. И сейчас эксклюзивно для вас я заставлю его повернуть камеру и сказать привет. Привет! Бля, вот так вот, кстати, вот так можно. В принципе, меня можно в кадре не вставлять, потому что. Оставляй так. Или сразу сказать. Карин, что у тебя на майке? Для сиськи. Это бот. Достанет. Похож на сатиру. Карин, контента нет, но вы держитесь. А это Колян. Колян. Здравствуйте. Блогер среднего звена. Здравствуйте. Никогда не будет лучше, чем тот видеоблог из твоей квартиры с ума, по-моему. Это если какой? Не ошибаюсь. Когда ты просто снял рум-шоу, или как это называется? Я хочу это увидеть. Рум-тур. Чуваки, это очень плохо. С вентилятором вот эти вот бесконечные. Я хочу это увидеть. Зачем? Ну, потому что Валя так пропиарилась, что я хочу это увидеть. Она обеспечила тебе обязательно просмотр? Это был рум-тур. Ты понял, да? А ты блог снимаешь или... Ну, ты видео снимаешь вообще или... Да. Или аудио. Привет, подписчики Андрея. Подписывайтесь на канал Pixel Devil. Ставьте лайки и добавляйтесь в друзья. Больше там... Что у тебя на канале? Видео, ролики и... Блин, чувак, ты застал меня врасплох. Бля, Андрюш, я карандаш трогал. Смотри, вон карандаш лежит. А Юрец слова писал. Какие? Я, короче, я Юрок, Ярок. Я Юрок, Ярок. Так и назову видео. Да, хорошее название, это вирусно. Не, это нифига не вирусно, называй как-нибудь по-другому. Видел мой видос «Крайняя плоть»? Вот да. Это вирусно. Ну, что-то там 15 тысяч просмотров. Да. Чуть не вирусно. А должно было быть. Ну, обложка хорошая. Да, и вроде вообще все было четко продумано, но... Но у меня, видимо, кор аудитории на данный момент не такая, чтобы разнести. Большинству мамка запретит смотреть такой видос, они не открыли его даже вообще. Бывает. Такая смена кадра, да? Битники. Блок, что ли? А? Блок? Да. Не получается. Что ты идешь на поводу? А мне хочешь? Да ладно. Ну нежно, конечно, нежно. Нежно. А люди очень хочется. Да я пою. Стоян, очень хочется. Слышишь? А вот сейчас нормально. Как не буду. Кайф.
Ходите в Талкан, там сказки рассказывают. Спасибо. В записи, правда. Жаль, что не вживую. А был же квартира, наверное. Да, Саш, ну что-то еще. Еще на стол положи. Еще вот по тарелочку давай положи. Да, положи. Порежем его. Порежем. Надо тебе тарелочку? Ну нет, конечно, зачем? Зачем надо предлагать? Как же вы меня заебали, сука. 11 вечера, они все долго. Все.